Такая картина как нельзя лучше говорит о приближении самого теплого женского праздника 8 марта. Ежегодно госавтоинспекция по Минскому городскому округу проводит акцию «Цветы для автоледи». Цель данной акции – поздравить наших автоледи с наступающим праздником 8 марта и пожелать им безопасных и спокойных дорог, быть любимыми и счастливыми. Добрый день! Добрый. С наступающим вас праздником! Всего самого хорошего и безопасного вождения! Спасибо. С наступающим вас! Спасибо, безопасного вождения вам на дорогах! Документы не нужно? Не надо. Всего доброго. Спасибо, удачи вам. Огромное. Очень приятно. Спасибо. Среди автоледи были и те, кто очень желал стать участниками такой акции и получить цветок от инспектора ДПС. Поздравляем вас с наступающим праздником. Желаю вам всего самого хорошего и безопасного вождения. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я первый раз в жизни. Я всегда хотела, думать, блин, хоть бы меня когда-нибудь остановили. Вот видите, мечты сбываются. Блин. С наступающим вас праздником! Спасибо! Очень приятно настолько, но первый раз много я смотрела репортажей, фотографий видела в соцсетях, но сама попала в первый раз, мне очень приятно! Безопасного вождения вам на дорогах! Держите! Спасибо, очень приятно! А можно приятно. Столько? Да. Колючий, аккуратненько, ладненько? Да. Вам также безопасного вождения! Заметно на дороге! Конечно, очень приятно! Первый раз со мной такое, очень приятно! Неожиданно, спасибо! Самые юные участницы дорожного движения, девочки-пассажиры, кроме цветов и поздравлений, принимали в подарок и вот такой световозвращающий браслет. Ежегодная акция «Цветы для автоледи» от госавтоинспекции по Дмитровскому городскому округу – это еще один прекрасный повод подарить женщинам улыбку и хорошее настроение.